Поехали! Время идет! Нормальное начало, прям сразу в пропасть. А что нужно сделать-то? Я что-то даже не почитал. Куда нужно прийти куда-то? Отстаньте, пацан. Да ты чихуел, дропкик сделал. Так, а что нам надо? Он туда вправо, что ли? А. Я почему-то подумал, что дорога вертикальная. Баф-баф. А можно ты это, прыгнешь? Пожалуйста. Баф-баф. Я тебе упаду. А, бля, я вдруг понял, короче, тут нет чекпоинтов. Thank you. Thank you. Чего? Чего, thank you? Эти сколько их надо спасти-то? А-а-а. Thank you. Окей. А сколько их надо спасти-то реально? Они что, даже ничего вроде не сказали? А тут есть где-то? Не, нету. О, блин! Вали! Танкю! 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 Что-то я... Ты, блядь, куда ты... Ебанулся! Чё, блядь, в смысле ноль? Как, чего? Из самого начала, что ли? Ты, блядь, угораешь, игра. Или подожди, нет, стоп. Я тут поднимался. А почему я, блядь, там-то оказался? Что происходит? Или это реально начало? Блядь, вы что, серьезно? Да ты ебанутая игра. Нет, да я в пропасть, блядь. Давай, ресеты, я хуй знает, я не понимаю. Что-то чушь какая-то. Что-то чушь какая-то вот тут.
Бля, прикинь, в эту дверь надо заходить. После того, как я всех убью здесь. Ты ебись. Ну, не пойду. Дверь не работает. А было написано, скольких нужно спасти? Я что-то опять проморгал этот момент. Бредово, конечно. Они не смогли найти способ, как реализовать чекпоинты в уровне с таймером. И они, короче, забили на чекпоинты в принципе. Нормальная тема, нравится. Нравится? Топ же. Го! Да заебеть его. Дайте пропрыгать. Так, ну поехали. Ты, блядь, его-то зачем бьешь? Эп! Не надо. Иди сюда, Тош. Тошнотик! Иди сюда. Молодец. Спасибо. Давай стреляй. Молодец. Да что-то у меня так жизней-то много, ни хрена себе. Так. 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 Так, сюда. Окей, дальше. Thank you. Три? Да? Стэнти... Тихо, не падать. Так, левый край. Бля, времени. Фанди? Хелп! Стань за ним. Ты
Еще один. Если это, конечно, все. Окей. Найс. Ну, если это не все, то я вообще хуй знаю, что делать дальше. Нет, это все. Найс. Сторожи. Форс. Включить форс. Final battle. Коля, молодец. Дроиды с базуками были. Но это там что-то под конец. Где-то там секунды на три. Победите Дарт Мола. Та-та-та-та-та. Да здорово, не убей меня. Ты, Скотт Эткинс, ну-ка сюда. Хорошо, блядь. Нихуя ты быстрый. Воу. А ХП где его? Ах ты пёс, блять. Коля убежал. Коля бесит. Коля заволочь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И чё? Ну ты, блядь, не говоришь, что здесь не будет чекпоинтов только, ладно? Блядь, их тут не будет, да? И чё делать? Ёбаный рот. А как допрыгнуть-то туда? Окей. Нет, здесь будут чекпоинты, нормас. Тогда не страшно. Я просто думал, чекпоинтов вообще не будет. Что-то мы недавно играли какие-то Звездные войны, там что-то подобное было, да? Это Рамирус. А ну-ка иди сюда, пёс. Но нет. Блять, сыкотно. Спокойно. Чё это? Ты куда? Он куда? Он по воздуху убежал, видел, бля? Mighty Nine, что ли, блять, а? Там же можно было по воздуху бегать рывками. Я думал, это вентилятор, если честно.
ёптво. Это лучше не трогать. Нет! Живой, живой, живой. Ты сучоныш! Чуть, блядь, не помер из-за тебя. Где нахер? Не слишком жестоко такие ловушки-то делать. Ладно. Блять, ну что? Да ну в смысле? Я обычный прыжок сделал. Ну ёп, начинается. Ну чё мне, блять, на крестике это все делать? Ну, видимо, да. А я допрыгну вообще здесь на крестике-то. Блять, ты издеваешься? Ну это ж пиздец полный, блять. Такое нужно делать в начале уровня, а не в конце, блять. Когда ты, блять, прошел, блять, три босса. Чё за бред? Ну ты чё, угораешь? Теперь ты, блядь, не допрыгиваешь просто и всё. Обожаю эту хуйню в играх. Ну и как мне быть? Ну, то, что она меня касается, это не страшно. Окей. Фух. Ты куда? Каманы, блядь. Иди. Ядрить там хуйня снизу. О! Чего, блядь? Что? Я сейчас проебал, по какой причине? Видимо, по этой. Да. Вентилятор нужно было сломать. Это ванна ближит. Да ты угораешь. Подожди, или по винтам нужно идти. Фу. Фу. Ебать геймплей. Фу. Кутипасу я привет скажу. Привет, Кутипас. Блять, и куда прыгать? Лучше влево или... Не знаю. Блять, ты чё издеваешься? Ты, сука, издеваешься надо мной? Ну да, теперь она, блядь, не работает, да? Охуенно, блядь. Чё за прикол-то? Я сломал её только что. Да ну сломал же я её, алё. Ты чё, блядь? Угорела?
Коля разломал. Коля сломал. Коля прыгал. Коля прыгал. Коля сломал. Коля поломал. Разломал наш Колян. Виват, Коля! Тара, тара, папа! Я буду надеяться, что здесь лежит экстра жизнь, потому что нам сюда явно не нужно. Но если здесь лежит жизнь, я не против. Бля, здесь вообще ничего нет. Горячая. Труба-то горячая. Коля, Коля, прыгал. Коля, плакал. Коля, прыгал. Коля разломал. Тара, тара, тата. Не надо! Не надо такие рывки делать, пожалуйста, игра. Чего это, блядь? Ефона медь. Туши его! Так, а если... Вот так. Ага. Бежим! Бежим! Нет, так нельзя. Беги. Я блок держал. Кстати, игра, да? Тут хилка есть? Бля, я только не говорю, что его надо прям скинуть. Что я что-то не вижу у него хп. Ты сам прыгнул? Ладно. Зачем мне убирать удары сейчас-то? Ну, видимо, все.
инициировать протокол 66. Ну это... Куражахуа. Да, игра примерно такая же, какой я ее помню. Такое же кривое, странное говно. Но развлекательное довольно-таки. И очень сильно отличается от исходного материала. Что, кстати, неплохо. А, Себастьян Джей, Сибкаири, Сибкьютпейс, Сибтофей. Сибморбор, привет, кстати, где? Ня-ня-ня-ня. Сибсксемоп. Сибданич. Сибферст. Сиббосман. Что, ролим в Battle Fury? Ну, не знаю, не-не-не. Вот. Я и говорил, что я не помню этого из фильма, но это не Лиам Нисон был, это был кто-то похожий на Лиам Нисона. Вот оно как. Актеры озвучки в этой игре совершенно другие люди. Ха-ха. Интересно. Интересно, что-то откроют? Могут. Насколько я помню, все, кто нарисован, это играбельные персонажи. Даже за Дарт Мол, по-моему, играть можно. Музыки нет. Давай. Сейчас научимся. Давай, научимся в Звездные войны играть. Давай. Забили музыкальную паузу. В целом, игра, ну, в целом. Но единственное, я не представляю, как в нее играть на сложности джедай, которую мне изначально предложили. Потому что что-то какая-то дичь была прям жесткая. Будто реально давали либо на харде играть, либо на изи. Ну, это, конечно, да. Ну да ладно, ничего страшного. Хотя посмотрели, что из себя игра представляет, и не душились, блядь, 24 на 7. Кому принадлежат права? Диснею? А в 2000-м кому принадлежали? Lucasfilms. А что было написано? Warner? А что, дистрибьюторы какие-то? Что-то типа того? Хм. Ну ладно. Да, минус еще одна игра, которая в детстве меня бесила. Ну, то есть я ее пройти не мог. Но она мне нравилась, да, вот, еще одна. Что-то прям за Dreamcast нормально. Сурдов Берсеркер. Тоже пройти не мог. И эта игра. Может, еще что-то наролится, чего я пройти не могу в детстве. Не надо. Не надо. А то я вас, блядь, знаю. Сейчас наролится это. Такси какой-нибудь.
Я не буду в него играть в пизду. Спасибо большое Джорджу Лукасу. Что? Блять, мы что, второй раз титры смотрим или что? Видимо, да.